Ой-ой-ой-ой-ой, о, хорош, хорош! Всем чики-бам! Боня, смотрим, голос дети, выступление Ержана. Как я понимаю, там все плохо. Ну, в плане шоу, как я там давно говорилось, тут, в принципе, там уже все продано. Либо какие-то специальные проекты судей. Как понимаю, в этот раз все куплено. Но еще мне интересно, что этого мальчика отмечал Димаш. И он выбрал песни тоже, которые в репертуаре у Димаша. Прикольно, да, этот акцент немножко такой дрожащий, добавляет только такой искренность, то есть это открывает такие двери доверия, и из этих дверей потом в итоге выходит мост, да, к зрителю, и все, и у нас есть такой коннект, мостик. Это, знаете, как чтение книги, так скажем, да? Если ты можешь читать книгу очень торопливо, бегло, да, такой, и как бы ты вроде прочел, но вроде ощущения не те, да? А тут чувствуется его такая, знаете, размеренность, а здесь чувствуется такая плавность воды, да? Чистота здесь не скачет, да? Все очень спокойно идет к завершению истории. Да? Так скажем, он очень вдумчиво рассказывает, чтобы смысл какой-то, да, не потерялся. Ну, как аналогия, так скажем. И этот вот скрип, да, в голосе, очень трогательный. Смотря на него, да, ты видишь, ну, не мальчика уже, да, уже мужчину, да, воина, да, у него взгляд очень такой воинственный, тоже сдержанный, царская кровь словно, да, и он реально как такой некий воин, который вначале проходит путь, так скажем, неполадок в голове, ну, так скажем, неуверенный и так далее. И затем он встал, этот воин, да, и пошел дальше, и словно вот Валерий Меладзе это продемонстрировал. Принял на себя. Его взгляд, а? Ой-ой-ой-ой-ой, о, хорош, хорош! Ух, о, мурашки, все, пошло.
Он сейчас описывает чувства зрителей, мне кажется. Которые, мне кажется, яростно болели за него. Ой, еще хрипотца это все. Искренность на максимум. Огонь очень хороший. Это была кульминация, да, как я говорил. То есть сначала он так размеренно все рассказывал, такую, а вот потом, словно кульминация, да, там важная часть, и он ее словно описал во всех красках. И в принципе вы видели, да, это очень красиво. Тянет нотки, блин, акцент в голосе, там вот эти вот все. Очень круто. И в принципе видно. Просто посмотрите на победителя сезона и разницу между ними. Там девочка пела, просто пела, кажется. Ну, даже особо и не пыталась играть голосом. Ну да, даже словно почти говорила, и все, не тянула нот. А здесь просто крик души, это очень здорово. Димаш всегда берет такие грустные песни, он эту грусть просто... подчеркнул на ура. Если вот есть там где-то ядро грусти, да, то есть вначале он все шел очень размеренно, да, он копал, рыл, да, все, то достал до этого ядра, да, и на цвет пошел, и вот, все. Кульминация — это свет. Добра, позитива, чики-бомбони.